Это что такое? Это я, ребят, вышел из гаража, если что-то только. Ну что, ребят, народ, всех приветствую, мы с вами. Что это, блядь? А, это welcome pack. А, это пак. Понятно. Сегодня мы с вами поиграем. Опять снова, снова, вот снова поиграем. Выше балу. Да. Как бы... Мне хочется хотя бы занять топ-5. Хотя бы. Ну или в топ-3 зайти хотя бы. Хотя бы. Но по-хорошему топ-1. Вот. Поэтому, Саш, поудобнее надевать полезик, где он предупредит курс, прежде чем пить или приятного просмотра. А мы, собственно, с вами начинаем. О, привет! А, the Offington White Horse. This thing's incredible. The first prehistoric display of horsepower. One. И что, я просто ехал? Увидел фотку, блядь, и нажал X. Я понял. Вы скажете, почему я не перемещусь, да? Почему я быстрое перемещение вот так вот не возьму, так быстрое перемещение вот так. Вот так не возьму, X на не нажму, потому что мне нужны чал. Мне нужны деньги, короче. Да, здесь нужны деньги очень сильно, мне очень сильно нужны, поэтому вот так вот. Сегодня с вами на Субаре. Я, кстати, на Субарике. Не на Супрочке, не на Супре, а на Субарике, собственно. Да-да-да. Я, вы помните, я вам говорил... В серии прохождения, когда я проходил с самого начала, да, на другом аккаунте своем, я говорил, что Субарик похуже рулится. Это правда, ребят, это правда. Тот Линкольн, вроде, да, тот черный, который у меня был на том аккаунте, который я взял, он намного проще рулится, как будто бы. Но там, знаете, там была же осень и тире-весна, что-то типа того. Вот, и... А здесь зима уже, видите, здесь уже сам по себе зимний сезон, как минимум, поэтому... Поэтому, естественно, Субарик будет рулиться так. Скользить, короче. Хотя, говорю, по рулёжке, мне кажется, все равно он чуть похуже будет, чем тот Линкольн. Но зато она изи вообще, она очень хорошо, она прям вообще изи контрится. Так что как так? Давайте, когда еду, так включимся, да, с вами. Как запущу вообще, как вообще запустится сама по себе это. Я уже ошибал, а так включимся, ё-моё. Ну давай посмотрим, что это такое тоже. Всё, он пока ехал по пути. Посмотрим, что это такое вообще. Водохранилище Дэрвенд. Там проложен изумительный маршрут для пеших прогулок. Он петляет что-то там из побережья, только идти долго. Так что лучше на Ягуаре доехать. Ну а там тебе Топ Гир снимали. Я понял. Одно из мест. Блин, может, ты глянешь, что такое Топ Гир? Я думаю, сегодня мы глянем с вами, ребята. Ну, давайте после хотя бы двух каток вышибали, глянем с вами Топ Гир, и, в принципе, тогда уже либо одной нормальной катки, да, где я топ-1 займу, либо двух таких проигрывательных, ну, проигрышных каток, и посмотрим, глянем, что такое Топ Гир, в общем, мне даже интересно. Ну, я вроде выиграл, но я так и не понял, что это такое. Мне пригласили там, я посмотрим, конечно, посмотрим сегодня. Так, нашлась катка. Наше любимое место, ребят. Наше любимое место с вами. Ну, конечно, мы там с вами находили... Какой? Пятый, седьмой уровень мы с вами находили там, ну, как бы... как бы там, собственно говоря, два дропа точно есть. Два дропа там точно есть. Поехали.
Да ну нахуй, не будет дроп. Опа. А вот это уже неплохо. Но лучше ли этот дроп здесь? Я хуй знает. Галант. Ну давай хотя бы галант возьмем. Я думаю, здесь нет, это не лучший дроп здесь. Не лучший. Поехали с тобой сейчас обкатаем эту. Бля, галант такой сочненький. Поехали сейчас с тобой покатаем здесь быстренько, проедемся с тобой здесь по всей локации. Опаньки. А где здесь чел? Здесь чел? У меня челов здесь нету. Мне кажется, это не лучший здесь дроп. Не лучший, 100%. А там что? Пятый уровень, я же говорю, здесь не лучший дроп это. Вон пятый уровень, ребята. Опаньки, увидимся. Кто отправляет мне, блядь, эту хуйню? Audi RS6, все, погнали. На RS6 я обязан выиграть, обязан. Ох. Теперь погнали с тобой в эту, в зону. Я говорю, здесь это, понимаешь, здесь, видишь, два дропа 100% есть. Один хуйня полная, другой, типа, нормальный, или более-менее, типа. Видишь, пятый уровень здесь лежал, пятый уровень. Это имба локация, локация реально имба. То есть, вопросов ноль. Ой, блядь, куда я поехал? Такой долбоёб. Локация реально имба, то есть, это прям классная. Локация прям реально классная, и как бы вопросов нету. А вон дроп, смотри. Может съездим? Да, съездим. Да, съездим, посмотрим. Похуй. Рискнем, так сказать. Там дропа никакого. Здесь дроп какой-то был, я видел. Вон он. Причем, смотри, здесь никого. 13 игроков всего лишь. Ну, Volkswagen Touareg, блядь. Ну, нахуй. Ну, поехали, конечно, в зону. У нас с тобой RS6, в принципе, есть. В принципе, она валит, типа, как бы, ну... Только надо приучиться еще на ручке покататься, попробовать, да? Мы, кажется, когда Top Gear будем смотреть, посмотрим, что такое, как ездить на ручке вообще, да? Что это такое вообще? Вот, и, наверное, будем катать здесь на ручке с тобой, то есть на, ну, ручного приключения передач будет. Потому что на автомате здесь, блядь, как бы, ну, такое хуй знает, на самом деле. Пока по карте я никого не вижу, а вообще, где все, блядь? Где все-то? Никого нахуй нету, прикинь. Никого, блядь, нету. Нас 12, никого нету. Ну, надо поискать, ребят, потому что, ну... Гей, дружище, блядь. Кто мне это пишет? У меня никого на карте нету, я типа, блядь. Или это, ну, или это баг. Subaru VRX кто-то взял. Ну, мне по-хорошему дальше. Ну, в принципе, я говорю, можно, ну... В принципе, можно и это, блядь, и на РС-ке, бля, поебашить в финале, блядь. Ну, как бы, такое, на самом деле. О, вон, типа, я видел их. Бля, ну, по-хорошему, давай куда-нибудь сюда поедем, хуй знает. Вот, типа, на лансере, блядь. Поехали, ладно, туда. Вон, там, типа, какой-то один катается, погнали, его сейчас догоним. Ты что, вышибала, должна быть вышибалой, блядь. Бля, ебать будет кринж. Так, тип стоит что-то. Он вышел, блядь. Где он, блядь? Урус кого-то, ебать. Ты прикинь, тип просто был и вышел, блядь. Нормально все? Ну, катка, конечно, хуйня полная. То есть здесь человек всего лишь, ну... Залупень, конечно, полная. Но ничего страшного, на самом деле. О, вы ж выебали чела. Бля, где все-то, нахуй, не пойму просто. Где все-то, блядь? Бля, вот сюда, что ли, поехали? Поехали туда, блядь. Я ж правильно еду? Да, поехали туда, бля, в поле. Конечно, будет гонка, скорее всего, какой-нибудь вот сюда, блядь. Хотя, мы, в принципе, у зоны. Она должна быть куда-то вот сюда вверх, блядь, вообще, в принципе.
Не, спасибо, блядь. Миник нахуй. Четвертый. О, вундроп. Погнали, дроп хотя поищем. Ладно, блядь. Здесь никто не. Никого нету, прикинь, вообще никого нету. Ну, типа, в финале выступать на РС-ке прикольно, конечно, там у челика Урус, как бы он может выбить, поэтому давай хотя бы дроп 100 поищем, блядь. Как будто бы. Что, блядь? Ебать, ребят, девяточка, сюда нахуй. Бля, игра что-то меня прям... Игра что-то меня прям, ну, задавливает, знаете ли? Авентадор, вот на этом уже можно выступать, блядь, в конце, на финале. Ну, блядь, никого нету, блядь, ну что за хуйня? Я говорю, я чисто, я за, блядь, даже если проебу Авентадор, я за погоняться, понимаете, блядь? Ну, как бы здесь никого нету. Так, стой. Это зона. Но она еще будет уменьшаться зона, блядь. Ну, как будто без финала, да, будет, блядь? Как будто бы да. Как будто без финала будет. Ну, погнали вот сюда, похуй. Ладно. У меня Винтадоро. Пока что, я так понял, у меня самый высокий, блядь, уровень машины. Самый высокий. То, что там, ну, самый высокий был Урус, седьмого уровня, который я видел, по крайней мере. И у меня еще девятка, Авентадор. Да, лишь бы его не проебать, конечно, потому что, ну, если я сейчас поеду вот тут, где-нибудь встречу чела, получается, у нас куда-то вот сюда будет гонка, да, либо вниз. Нет, скорее всего, если я вот здесь сейчас где-то встречу типа, у нас куда-то вот сюда будет гонка, короче. Ой, бля, просто так кататься, блядь, ну смысл? 7 челиков. Но я так думаю, никто кататься сейчас не. Ну, никто с друг другом не будет сейчас никого вышибать. О, тут дроп будет. Давай поищем, да, подождем. Ну там на горе я вижу дроп. Давай подождем этот дроп. Он же здесь будет. Как я понял. А, это я тут забрал, наверное, Винтадор, да? Да, здесь Винтадор забрал. Никто, видишь, не хочет гоняться вообще. Ну, я так понимаю, что скорее всего, все будут ждать финала. А вот, типа, я вижу двое. Увидимся, блядь. Но они вышибают. Второй, блядь, уровень. Ну, я думаю, со мной навряд ли кто-то захочет сейчас прям, ну, так, кататься. Куда у нас будет гонка? Ой, у нас гонка вообще вот... Бля, у нас гонка вот сюда будет, скорее всего. Вверх. Миник, блядь. Ну, не, ребят, 5 в игре. Ну, я думаю, никто больше сейчас... Больше никто не будет, скорее всего, сейчас. Ну да, сейчас, я думаю, вот эта зона, и, в принципе, можно стартовать. Блядь, ну это будет неинтересно, на! Не, ну будет прикольно, что я топ-1 возьму, например, да? Потому что, я говорю, у меня сейчас самая высокая тачка, по идее. Опа, давай, мальчик, давай. Неправильно. Давай, Винтадор, давай, ебашь! Бля, по полям на нем ехать, конечно, такой себе. Вот, хоть кто-то погонялся, бля, мужик, красава, реально. Встреть деревце, пожалуйста. Бля, камни. Блядь, пожалуйста, мне нужна дорога. Блядь, нет! Да! Блядь, чел, бывает. Не про канала, сорян. Это игра, блядь. Сорямба, реально. Верон, да, попробуем. Да, попробуем. Ну ты можешь быстрее давать-то, блядь. Ой, бля, Верончик, нахуй. Ну чё, красава, ладно. Ну в целом... Вот едет сзади меня. А куда у нас будет гонка? Ну туда вверх у нас, скорее всего, будет. Так. А ну-ка. Настроя. Будем ли мы гоняться? Типа, вы будете гоняться или нет? Это последняя зона будет сейчас? Ну да, последняя зона. Наверное, если сейчас в последней зоне никто не будет гоняться, то я, наверное, поеду куда-то. Ну, мне кажется, куда-то вот сюда будет гонка. Вот сюда куда-то гонка будет, скорее всего. Мне так кажется. Ну да, вон, типа, один я вижу. Бля. Ты точно хочешь гоняться?
Ну поехали. Надо было первым. Бля, встреть, пожалуйста, развернись нахуй, встреть дерево, мне похуй. Хоть что-то сделай, блядь, в этой жизни. Пожалуйста, блядь. Ну я хочу выиграть, блядь. Бля, зона, если сейчас зона быстрее будет, то не, у меня выебал. Все. Без шансов. Охуенная игра, блядь. Просто, блядь. Ну, хотя бы десятку, ребят, с вами поймаю. Прикинь, нам дали с тобой девятку, блядь, сразу же с дропа, блядь. Это охуенно же. Это прикольно. Это прикольно. Бля, надо было, короче, надо было развернуться в ту сторону, да, и, в принципе, башня. Я знал, что туда будет гонка, Потому что мы были возле зоны, надо было просто туда встать. Ну вот, начать ехать потихоньку и ему самому бикнуть и поехать. Я просто не думал, что у него тоже десятка, я не думал, что он будет гоняться. Потому что обычно, как я знаю, типа сыкуют. Ну ладно. Ничего страшного. Хотя, нахуя страшного, знаешь ли. Ну смотри, зато мы сегодня с тобой попробовали десятку Bugatti Veyron. Мы с тобой нашли сегодня девятку, просто вот в поле стояла девятка, и никто ее не брал. И третье, мы с тобой видели, что будет, если вот будет мало людей, да? То есть у нас сколько было? 15 человек, ну, изначально. И как бы там, я думаю, сейчас челики уже погоняются сами между собой, и весь, кто выиграл. В принципе, можно было так, да. Но я говорю, пока что, ребят, пока что. Конечно, я, бля, как крип играю ебаный. В эту вышибалу, потому что у меня опыта, ну, особо такого нету. Но в целом пока уже начинаю понимать, где какая, где куда будет гонка и тому подобное. Примерно предполагать начинаю. Вот. Вот, как-то так. Поэтому, не знаю, для меня прикольно, прикольно. Но я думаю, сейчас мы с вами, короче, по мере прохождения я буду нарабатывать опыт, и уже мы будем с вами реально всех ебать. Даже, ну, блядь, всех будем ебать в этой вышибале. Реально всех. Ну, очень странно, блин, что здесь 15 человек зашло. Я понимаю, что игра старая, там есть в Forza Horizon 5, там, сказать, больше людей. Но очень странно, очень странно. Я смотрел онлайн, здесь онлайн хороший в 4-й Forza. Но почему-то вышибали, видишь, очень мало людей. Ой, ёпта, я проспал немного. Успею. Ну погнали, мужик. Да, погнали. Погнали, Антон. Блин, здесь, наверное, на ручке будут пизжи кататься, реально. На ручке будет намного пизжи кататься. Тем больше оборотов будешь держать. Ну, я пока здесь не вижу дропа никого. Наверное, закоулочек, типа того, да. Бля, вот тут прикольно, если не будет дропа вообще. Ну, мы в зоне с тобой. Уже хорошо. В зоне же, да? Ну да, мы с тобой в зоне. Ну, поверь, прокатимся здесь. Здесь 100% есть дроп, 100%, то есть. Типа, к бабке не ходи, здесь есть дроп. Поверь, прокатаемся всю эту локацию, в принципе. Я просто понимаю, что он рандомно здесь спавнится. И обычно здесь, ну, он либо вот на вот этой, короче, прямой спавнится, либо где-то в закоулочках, как я понял, по крайней мере. Ну, погнали теперь сюда, чё. Бля, вот пизда-то будет, если здесь нет дропа. Вот это будет вообще имба. Да. Что? А зона, блядь, что? Что, блядь? А дропа здесь нету, что ли, блядь?
Охуенно. А, пиздато. Бля, сейчас бы от зоны нахуй еще проиграть, это было вообще пиздато. Но я не вижу пока никакого дропа здесь, знаешь что? Вообще не вижу никакого дропа здесь. Да, давай еще где? О, заебись. Бля, ну ладно, тогда давай гоняться хулю. На минике, блядь. Че бы нет, когда дам. Не важно, какая машина, главное, какой, блядь, водитель, знаешь ли? Бля, пиздец, смотри. А дропа здесь никакого вообще нету или что, блядь? Ну вон челики находят какие-то дроп. Я же вижу, блядь. Погнали сюда, блядь. То есть игра такая один раз дала, такой, на, девяточку тебе, чисто побалуйся, десятку даже, на, держи. Ну, чисто для достижения побалуйся, а там уже, блядь, как бы, ну, похуй, иди нахуй, чел. Так вот, да? Ну, так вот, да, значит? А вот, какой-то дроп есть. Ух, ебать. Ух, ебать. Давай хоть четверочку, давай. Это уже неплохо. Субарчик в RX нужен нам. Так, в целом я готов гоняться. Так, только вот эту хуйню надо объехать. А где мы с тобой находимся? Мы с тобой находимся в крае зоны, да? Ну, получается, зона, получается, гонка будет 100% куда-то вот сюда вверх. Вверх, либо вот сюда в сторону. Как бы нам лучше тогда будет ехать вот так. Ой, опять 32 человека. Где все? Вот где, блядь? Где они все? Вот где? Вот где кто? Урус нашли, блядь, что нахуй? Не, нам нужны челики, 100% пока, знаешь? Это, ну, во всех играх онлайн, наверное, таких, типа, ты первый собираешь дроп, и тебе нужно как можно быстрее, ну, гоняться. Ну, по крайней мере, здесь гоняться, да, там? А вот, опа, дроп. Арина стрикинг, блядь. Лансер, не, лансер хуйня, не хочу. Ну, давай, давай, чел, давай. Я думаю, гонка туда. Мне похуй, я туда поеду. Камень, блядь! Я долбоёб. О, чопа, чел меня выездился. У меня есть шанс, ребят, не парьтесь, есть шанс. Надо бы на дорогу спуститься, да. Он правильно делает, надо на дорогу спуститься и ехать по дороге. У меня больше шансов по дороге. Хотя... Бля, только не дерево. Долбоёбка. Блядь, мужик, пожалуйста, давай ты встретишь дерево, пожалуйста, у тебя. Там, конечно, прямая. Я, наверное, неправильно сделал, там прямая чисто, да. Надо было по хайвею ебашить. Ну, потом мало еще, ебаный в рот. Вперед, блядь, чел пишет мне, вперед. Вот так вот, ребята, блядь. Ну вот так вот, блядь. Я в шоке просто. Вот так вот наши. Понимаешь, появился там, где всегда дроп есть, типа нормальный и хуйня. Там нету ничего. В зоне много времени пробыл. Чуть от зоны, да, мы не проиграли. Нашел субарик, и мы тут вот так пососау сделали мы. Как бы, ну ничего. Сейчас, подождите, сейчас я разыграюсь, опа, чуть-чуть появится, и, бля, вы все тут отсосете. Я вам говорю. Нихуя, Мазерати. Давай, что ты мне велоспинчики-то крутишь опять? Так, давай мы сейчас глянем, что такое топ-гир. Я сказал, две катки с тобой сыграем. Вот, две катки мы сыграем с тобой вышибал. И сейчас посмотрим, что такое топ-гир. Мне интересно, что такое топ-гир. Очень интересно, что такое топ-гир. Очень интересно, что это вообще, ну, за режим. Да, блядь. Привет, шеф. Зимний, я замещаю, это быть невероятно. Мне нужен проверенный в деле и... Моростокий водитель, что скажете? Вам нужно лишь сесть на поезд до Эдинбурга. Так, давай, блядь, потом, нахуй. Опа, лего, блядь, что? Да, сегодня глянем с тобой Топ Гир. Если успеем, еще одну карточку зарягаем, вышибали 100%. Вот, поэтому как-то так. Да, лучше так сделаем, чем три проигрышных катки там быстрых и проигрышных катки вышибаю. Посмотри, что такое топ-гир. Когда я так включу, чтобы не затягивать хронометраж, собственно. Так, это что?
Водопад. Да все, все, молчи, женщина, пожалуйста, блядь. Пожалуйста, замолчи чуть-чуть. Мы сейчас водопад слушаем. Про водопад слушаем. Фрэнки Дормонд. У них можно скупаться во время многодневного заезда. Я серьезно. Ну классно. Так, конечно, локации нам показывают, да, какие есть? Интересно. Так, мы с тобой почти доехали до топ-гира, кстати. Мы с тобой почти доехали до топ-гира. А, да, пока мы с этими с тобой не доехали, да, посмотрим. Да, попробуем на ручке покататься. Типа, мне даже вот самому интересно. Параметр управления, да. Перемотка, так. Кнопка B, повышение передачи. А назад как? Понижение передачи. Пусть будет кнопка Y. Так, подожди. Игра... Камеры. А где это меняется-то, блядь? Я помню, один раз нашел, но как бы. Вертикально, не вертикально. Не понял, блядь, сейчас. Сейчас серьезно. Давление. Где, блядь, это меняется? Долбоебка ебаная. Да может здесь? Во! Обычное торможение. Противопугающее. Контроль. Ручное. Вот. Сейчас давай попробуем с тобой, что это такое вообще. Так, я хуйню сделал, значит. Так, не на ту кнопку просто я сделал. Сейчас все. Параметры. Параметры управления. На крестик лучше, ебать, ебашить. Как по мне вообще. На крестик пусть будет. Да, прикольно, что здесь можно одну кнопку забинить на несколько действий. Да, смотри, можно прям до отсечки крутить. Это прям классно. Для вышибал это прям вау. Для вышибал это прям забейте. Это очень классно. Для вышибала это прям классно. Блять, ща. Я еще не привык просто. Ну для вышибала это прям классно, смотри, ты крутишь до отсечки прям. То есть она переключается где-то на 8, да, на 7.5-8 переключается автоматически. Автоматически переключается, да. Где-то вот так переключается она. Мы можем с тобой до отсечки прям крутить. Совместно можем. А давайте-ка мы с вами оставим на следующую серию. Почему бы нет? Я знаю, я сделаю совместный топ-гир, посмотрим, что это такое вообще, в принципе, да? Скажете, как? Ты же сказал, что... Опа, нихуя себе, смотри, какие раскаленные, блядь. Нормально. Ты сказал, что будет, блядь, собственно, это самое, да? Ну, как бы, слово не воробей, знаешь ли, блядь, не убежит. Я просто подумал, что, блин, может быть, реально сделать совместный топ-гир, посмотрим, что это такое вообще, блин, такое, реально, вот что это такое вообще, посмотрим. Потому что я играл в топ-гир, но не совместный. Ну, нет, совместный играл как раз. Я вообще ничего не понял, поэтому глянем.
Вот, глянем, наверное, давайте и одиночку, хотя можем сейчас одиночку, в принципе, глянуть. Бля, я не знаю, как правильно сделать. Просто хочется, знаете, возможно, совместку. Давайте, ладно, давайте похуй, одиночку посмотрим с вами, что это такое. Посмотрим с вами одиночечку. Нормально, да, так просто в моменте? Ну, вот так оно все происходит, понимаешь? Одиночно, да. Следующая глава пусть будет. Посмотрим, давайте в одиночке, и потом, наверное, в следующей, в одних из серий, ладно, посмотрим с вами, чисто что это такое вообще, да. Ну, типа, совместно посмотрим. Пока загружается, напомню тебе, что... Вышибала выходит каждую пятницу. Каждую пятницу будет выходить. По крайней мере, я планирую каждую пятницу выпускать. В одноводке Стик оседлает неожиданную шустрость с терпходящим чудотам. Лотус? Меня зовут Крис Харрис, я специально буду в Top Gear Horizon. Но автоматически бы где-то вот тут уже на 7,5 переключалось бы. Я пока еще не продачился, ребят, к автоматическому управлению. Только... Bring it back around. Let's have another crack at this. Так, еще раз. I'm Chris Harris, and this is the Top Gear Horizon Special. Значит, пока не привык к ручному управлению. Oh, yes, the Stig, our very own UFO, unidentified fast object, the world's least obedient racing driver. Right then, the Lotus Elise, a 90s classic based on the age-old Roadster recipe. Two seats, engine in the middle, rear-wheel drive. Not an ounce of fat. This is what driving is all about. Completely sideways now. Making it look easy too. Да, повторим. Take as long as you like. I've got nothing else to do. Давай, наверное, сейчас. I'm Chris Harris, and this is the Top Gear. Да, мы поняли уже, мы поняли. Подожди, давай-ка мы с тобой, наверное, в два автоматически включим лучше. Сейчас лучше включим автоматически, потому что мне пока непривычно с механикой здесь. Где это сделал я это? Ладно, похуй, с автоматически будем ехать. The world's least obedient racing driver. Right then, the Lotus Elise, a 90s classic based on the age-old Roadster recipe. Two seats, engine in the middle, rear-wheel drive. Not an ounce of fat. This is what driving is all about. All right, it's not the fastest way around a corner, but it's definitely the most entertaining. Whoops, happens to the best of us. One more go should do it. Мне нужно, блядь, автоматическое, ёпта. Сейчас все будет, ребята. Просто я говорю, я пока не привык. Поехали. Да, поехали. Что? Икс, начать. Одиночная. Поехали.
Tonight, the Stig drives some very fast farm equipment, I hail a taxi, and finishing with something that I'm reliably informed is a bit of a fan favorite around here. I'm Chris Harris, and this is the Top Gear Horizon Special. Yes, the Stig, our very own UFO. Ну да, на 7, на 7800, наверное, на 7900 где-то, 7800, наверное, переключается. Ну да, 7850, где-то так она переключается сама. Right then, the Lotus Elise, a 90s classic based on the age-old Roadster recipe. Two seats, engine in the middle, rear-wheel drive. Not an ounce of fat. This is what driving is all about. This isn't just any Elise, it's a Sport 190, a tuned-up, stripped-out Elise for track days. Even the passenger seat is an optional extra. But who needs friends anyway? Friends are expensive and heavy. It weighs well under 700 kilos and makes 190 horsepower from its 1.8-litre engine, which revs to 8,000 RPM. Just listen to that! Значит, сама притормаживает, блядь. Ну, это не то, что я играл, блядь, реально. Я когда приглашал, там, говорю, какой-то меня чел левый просто взял, пригласил в Top Gear, мы там втроем катались, вообще, ну, вообще по-другому все было, то есть, ну, так. Интересно. Ну, с образом, попробуем с вами еще онлайн. Совместный Top Gear попробуем еще, мне очень интересно, как оно выглядит. Вот с Калина. Может, Лада Калина? Какая безопасность на всякий случай, но... Не, ну Лотос не хуёвый такой, скажу тебе, блядь. Даже вруливайте, смотри. Да, Лотос не хуёвый такой. Ебать, в салоне прям прикол десный, блядь. Опа, подпрыгнули. Ну что, я нисколько не сомневался, в конце концов, Элис, первая серия, одна из самых послушных в вашем мире. А спортсмен-мест ее хардкорный брат, гонщик, на котором можно ездить на работу. А можно по бездорожью, как выяснилось. Впрочем, если вы собираетесь в поля, есть идея получше. Ну прикольно, интересно. О, весь сезон мешал, как прикинь. Просто сезоны так открываются сами, типа, ну ладно. Теперь у нас весна, ребята. Сегодня вечером. Вы зашли первую главу сториз с выпуска Top Gear. Окей. Теперь у нас с вами весна будет, типа не зима. Ну ладно. А нет, зима. Привет, шеф, поздравляю, вы прошли весенний сезон. В тренировочный фестиваль, наша команда вас подготовит. А это типа зимний? Ну вот теперь на этом можно, думаю, остановиться. Как остановиться? Закончить, я думаю, потому что серийка и так длинная получилась у нас с тобой. Очень длинная получилась серийка. Понял? А серийка и так стала длинной получилась, собственно, да? Серийка и так у нас с тобой длинной получилась, собственно, вообще, в принципе. Вот, и как бы... Да.
Как бы, да, как будто бы, знаешь, как будто бы Top Gear нужно попробовать сейчас совместный. Типа, мы попробуем с тобой сейчас одиночный, прикольно. Но это не то, что я играл. То, что я играл, было вообще совсем по-другому. Вот, вышибал с вами, поиграли. Но, говорю, натаскайся опыта, и мы будем с вами так ебать в этой вышибали, просто забейте. Реально прям будет жестко. Поэтому, в принципе, все. Спасибо за просмотр, косяк была. Вышибала такая была, интересная. Блин, ну то, что вот первая катка сразу же, ты видел просто, блядь, мы с тобой нашли как сначала пятерку, да, четверку нашли, вроде как. А нет, мы с тобой нашли Галант второго уровня, потом я доехал до, ну, в зону заехал, в поле просто пустом стоял Авентадор, как бы дроп, ну, девятый уровень еще, держу в курсе, как бы. Мы с тобой, ну, поиграли с одним челиком, то есть повышибали, ну, повышибали одного челика, просто вышибли, получили, ну, Бугатти, Вейрон, и как бы у нас такой же, ну, такая же машина бы выше была. Начало было 15, как минимум, да. Вот, я просто тупанул чуть, ну ладно, ничего. Натаскаемся опыта, будем как жестко, да, вот играть в эту вышибалу реально. Ну вот, а на этом все сегодня. Спасибо за просмотр, Кайсер Гублар, в принципе, все, увидимся в следующих серах. Давайте. Ебать, прикинь. Мы весну попали с тобой, все, у нас теперь весна. У нас теперь весна. Я вообще уже не стал вас Space Horizon, но мне кажется, нужно еще немного вас проверить. У нас на подходе. Большой весенний показатель заезд, и мне нужен для него гонщик. Пытайтесь меня впечатлить, и тогда я посмотрю, что можно сделать. Базар ноль. Теперь у нас с тобой весна, ребят. Где-то я просто заехал уже домой, в гараж. Хотел тачку, но я потом только подумал, ладно, надо выйти из игры. И как бы вот сезон весенний теперь. Нормально все? Нормально? Формула дрифт. Вот тачка Джеймс Бонта, нормально. Астон Мартин. Ну, блин, прикольно, да, снято очень прикольно, мне нравится. Ну, вот так вот, ребята. А, ну, это, наверное, да, тот самый. Ну, да. Ладно, забить. А как музыку вырубить здесь, блядь, или вообще никак? Ну я радио уже вообще нахуй убрал, нет? Ладно. Будем в следующих сериях. Давайте.